на тот проект закона, который подготовило правительство, находится оно на обсуждении, в ближайшее время, видимо, внесут они в Государственную Думу, касается вопроса самозанятых граждан. Определяется этот статус и определяется возраст – 16 лет. Мы в ЛДПР считаем, что этот возраст нужно определить 14 лет, и Трудовой кодекс сегодня, он предоставляет право уже с 14 лет трудоустраиваться, но чтобы это было не в ущерб учебе и не в ущерб здоровью. Поэтому мы считаем, что самозанятые можно из 14 лет, а может быть даже из 12 лет начинать. Кстати, ЛДПР подготовил проект закона, в ближайшее время внесет, и направлены поправки на то, чтобы индивидуальные предприниматели могли регистрироваться также с 14 лет. У нас достаточно много людей в этом возрасте, которые осознанно готовы заниматься предпринимательской деятельностью. Но самое главное здесь соблюсти этот баланс, чтобы не было ущерба здоровью, не было ущерба учебе.